Коллеги, Prodexpo 2022 на ваших экранах. Мы продолжаем серию наших коротких интервью. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Ирина, компания «Царицынские соленья». Звучит по-царски и очень вкусно. Давайте чуть подробнее. Наша компания находится в городе Волжской Волгоградской области. Вся продукция изготавливается из свежих овощей, которые, собственно, произрастают в нашем регионе. Все овощи напрямую поступают от фермеров, то есть от момента сбора урожая до момента, когда овощи попадают в банку, проходит не более 6 часов. В нашем ассортименте более 50 видов продукции, то есть огурцы, томаты, острый перчик, который пользуется особой популярностью, да, вкуснейшие патиссоны, новинки – это овощные закуски и соусы. Мне тяжело и слушать, и вот говорить потом, потому что очень вкусно и выглядит, и рассказывать его тоже очень вкусно. Да, и также нашими клиентами являются федеральные, региональные сети, крупные дистрибьюторские компании. География поставок у нас очень большая, то есть от родного региона, да, до Владивостока, то есть очень большой у нас такой. Пришлось по вкусу ваши прекрасные баночки всей стране, по факту. Конечно, да, да, то есть с успехом продаются, ну, я опять же повторюсь, есть у нас любимчики, есть лидеры, да, это острый перец, которого просто вот, ну, я не знаю, люди звонят, выражают всегда благодарность, пишут нам просто отзывы на всех маркетплейсах, да, где мы размещаемся, то есть только такие положительные, ну, действительно, это очень вкусно. Мы пока поверим вам на слово, но надеемся, что когда-нибудь сможем тоже отведать и попробовать. Во-первых, пожелаем вам удачи на выставке. Во-вторых, пожелаем вам процветания и удачи. И надеюсь, в следующем году мы с вами встретимся. Весь наш стол будет заставлен новинками, которые вы только-только разработали и готовы накормить всю страну. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго.